детишки играются, птички чирикают, солнышко светит. Мелкий уже думал, ты потерялся. Солнышко светит, горю. Обычный день в городе ютуберов. До того, как наступила огромная большая жопа. И президент не выпустил всех на свободу. Вот смотри, Мелкий. Сейчас мы все наши проблемы с тобой решим. Ты тоже в школу пойдешь. А то ты уже последние, наверное, месяцев 5 в школу не ходил. А вот и твой учитель, Мелкий. Ренат Гамбубекович. Здравствуйте, Ренат. Дети, все на урок, бегом, не опаздывайте. А ты, Мелкий, почему не в школе? Двойку хочешь получить? Быстро давай. Ой, я бы с большим удовольствием эту мелкую кракозябру давным-давно бы в школу уже отправил, но Ренат, у него сегодня отгул. Я с директором школы договорился, Мелкий сегодня будет мне помогать делать работу, ремонт. Мы ремонт у нас в квартире делаем, вот Мелкий не помогает стены красить. В следующий раз, через пару деньков. Ну смотри мне, Мелкий, еще один пропуск и ты вылетишь из школы. Все, он скоро придет, завтра он уже будет в школе, вот, потом ему сразу контрольную там назначьте. И в субботу он тоже в школу будет ходить, и в воскресенье даже ты в школу будешь ходить. Рогатку убери, чтобы по 7 уроков у него в день было. Все, пошли, Мелкий, а то распоясался-то уже так. Че ты думаешь это, если ты мне помогаешь мир спасти, это значит, что тебе в школу ходить не надо? Ага, Мелкий, куриц бедных отпусти, что ты их за собой тащишь, та? Вообще так непривычно видеть город целым, который не разрушенный. Все здесь нормально, никто еще не умер до того момента, пока президент не выпустил всех на свободу. Мой ресторан стоит на ме... Я говорю, мой ресторан стоит... На месте, только он уже больше почему-то не... Мой ресторан стоит на месте, который больше уже не стоит, который опять стоит на месте... Ты еще кто такой? Здравствуйте, добро пожаловать в мой ресторан. Вы первые мои посетители. Что хотите покушать? Как? Какой твой рестар... Что за фигня происходит, я не могу понять. Какой твой ресторан? Это мой ресторан с почти самой первой серии жизни ютубера. Ты с ума сошел, а? Ты еще кто такой? Вот пицца. С пепперонькой. Можете покушать. Да... Чё за сбой во вселенной проходит? Это... Мелкий! Пиццу свою забери вот этот, на! Пошли, курица, отпусти ты, господи, вот этих вот, пошли! Ты заметил, какая фигня только что происходила с моим рестораном? А доктор вот этот ученый нас, кстати, предупреждал, то, что если мы будем очень много путешествовать во времени, то скоро весь мир и вот этот пространственно-временной континуум сломается. Или как там, господи, это все называется? Курица, отпусти, пожалуйста, Мелкий. Хватит мучить, живодер. 22 сентября, Мелкий. Это вроде тот день, когда мы... когда мы вот этого Геночку и Степку вздрючили в футбольном матче. Мы же весь этот день провели, играя в футбол. Вот, кстати, мы там бегаем получить. А с какого это момента мы с тобой, Мелкий, в Нью-Йорке живем, а? Какая нафиг статуя свободы из алмазных блоков? Это она когда здесь появилась-то, а? С каждой минутой этот мир ломается все больше и больше, Мелкий. Нам с тобой надо вернуться домой как можно скорее. Так, мы играем в футбол. Еще мы играть будем, ну, как минимум 1-2 часа 100%. Я тебе сначала хочу предложить зайти к нам домой, потому что у меня дома под кроватью что-то спрятано, что нам очень сильно сейчас поможет все исправить. Поэтому, Мелкий, внутрь давай. Заходи, и после этого сразу же сваливаем в тюрьму. Давай.
На второй этаж побежали, под кровать мою заглянули, важную вещь взяли и пошли спа... Так, ты еще кто такая крокозябра мелкая? Папа, папа, к нам дедушка мой пришел, папа! Какой дедушка? С ума здесь все посходили, какой я тебе дедушка? Так. Пап, ты где так долго был? Мы тебя заждались все, садись за стол давай. Какой папа? Это ты ко мне сейчас обращаешься? Да я тебе никакой не папа. Ты вообще кто такая? Это мой дом с мелким. Пап, ну тебя опять склероз, что ли, обострился, а? Ну ты опять родных детей забыл, что ли, а? Какой склероз? Какой папа? Это кто еще мелкий шкет бегает у меня на тумбочке, прыгает? Вы кто такие, эти... самозванцы? Это же мой дом! Мы с мелким здесь живем! Пап, ну может тебе опять в больничку лечь, а? Мы всю жизнь тут живем, ты что забыл? Мелкий... Важная вещь, которая у меня под кроватью подождет. Давай, выходи на улицу, ага. Прощайте, дети мои. Чё за жопа, а? А вот сейчас мелкий в тюрьму. Сразу же в тюрьму предотвратить все эти события. Так, нам этот... Оставь! Ну оставь ты этих куриц, мелкий, ну пожалуйста! Нифига себе, ты первый раз в жизни меня послушался, что ли? Вот и молодец, все, оставь куриц и пошли. У нас с тобой осталось меньше, чем полчаса. Я просто домой хотел зайти, там что-то достать, но оказалось то, что я там живу, который я, который мой папа, я, который мой сын, в будущем папа, который я сын. Вот ты что-то понял? Вот и я нифига не понял. Перед тем, как все эти параллельные миры между собой не перепутались, перед тем, как временные линии тоже не спутались, и мы не начали появляться между вот это вдвго... Так! А кто сейчас из этого портала выйдет, а? Каждый раз какая-то фигня новая, да, мелкий? Внимание на это обращать не будем. Все, давай, пошли, нас ждет вот эта тюрьма, быстро! Мелкий! Даш... Ядрить ты колотить! Чё ж то тебе на месте не сидится, прыгать-то хочется в любые порталы, которые у тебя появляются между глазами! Опа! Так... Ну придется тогда опять мелкого спасать, ядрить ты колотить! Прыгает тот... Да! Куда попал? Вот... Тут тебе кто сказал в него прыгать, а? Вот кто тебе сказал прыгать в портал? Извините, мелкий, который мелкий, который мелкий или... А кто из вас мой мелкий? Здрасте, а ты еще кто такой? Забор покрасьте! Садись давай и играй! А то чё как не мужик, а? А ты чё, разговаривать что ли умеешь? А ты почему мой мелкий разговаривать не умеешь? Ну да, я как вроде с рождения разговариваю, а что? Это потому что мой мелкий с рождения не разговаривает. Я один раз в жизни, наверное, слышал, как он слово «папа» сказал и всё. Так, ладно. Ты нам портал открыл, мелкого сюда заманил, открой обратно, чтобы мы вернулись в свой мир, потому что у нас с мелким еще дел офигеть как много. Ну да, это я вас сюда телепортировал. Сейчас вы будете играть со мной всю жизнь. В каком смысле мы с тобой будем играть всю жизнь? Я говорю, шкет мелкий, портал нам открой, чтобы мы свалили отсюда с мелким. Ну, давай тогда сделаем так. Если ты побьешь мой рекорд в игре, то я вам опять открою портал. А если не побьешь мой рекорд, то тогда вы навсегда останетесь здесь. Какой рекорд?
Чупакабра малолетняя! Нам планету спасать надо! Про какой рекорд? Какую игру ты говоришь? Мой рекорд — 7 сбитых самолетов и победа в игре. Попробуй меня переплюнуть. Да ты ненормальный, честное слово. Так, ладно. То есть это единственный вариант вздрюкать тебя в игре, и тогда ты нас отсюда выпустишь, да? Ну ладно, запускай тогда шарманку. Сейчас тебя быстренько вздрюкаем и вернемся в свой мир. Давай. War Thunder, значит. Ага. И чё, ты реально думаешь, что я не смогу 7 самолетов сбить и игру затащить? Играем за США сразу в бой! Первая катка, сразу тебя вздрючу, мелкий! Разобраться бы, конечно, еще как управлять, как стрелять и... Главное не разбиться! А вот и первая наша мишень! Иди сюда! Давай! На! Самолет сбит! Первый пошел, 6 еще на подходе! А, ДТП в небе, извиняюсь. ДТП! Сюда, зато сбил самолет и сам чуть не сдох. Ну, так. А, главное не кокнуться, господи, главное не кокнуться. Взлети! Сюда, ближе. Вот, не улетишь же. Опять с собой сбил. Вот, а я таран какой-то летающий, честно. А ты у нас какой по счету, я даже не помню, 6-й или 5-й, если бы я еще считать умел. И последний пулемет! А это уже так, на всякий случай, чтобы прям вот окончательно мелкого встречи. А вот это уже прям, чтобы доказать, что мелкий вообще играть не умеет. А вот это уже, что мелкий лохопедина. Ну все, хватит там, не хватит. Осталось вот сейчас выиграть. Ну вот и все. Поспорить он со мной хотел. Ну все, закукарачил с первого раза. А чё ты мне раньше про War Thunder не говорил? Реально прикольная игрушка. Я вот даже в описании ссылку оставлю, можешь на неё тыкнуть. Там даже бонусы будут, ага. И это всё, что ли? Ну ты, мужик, конечно, тащишь, да. Тебе же на пенсию уже скоро, но в играх выигрываешь. Молодец, конечно. А вот сейчас взял, портал нам открыл, и мы отсюда свалили. Давай, а ты получше в игры научись играть, мелкий. Подъем, в обморок потом упадешь. Портал открывай давай. Отправляйтесь домой. Удачи там вам, вот эти все проблемы решить, ага. Мелкий, сраку запердахивай туда и без моего разрешения в порталы к незнакомцам больше не прыгай. Из душа вылез и в портал запердохался, давай! Все, мелкий номер 2, вот это, не забывай разговаривать, ага. Еще портал открой, закрылся. Ага, все, давай, до свидания. И в игры поменьше задроть, а то зрение себе посадишь. Так, ты где? Порталы больше никому не прыгай! Пошли давай! В тюрьму! А вот и тюрьма, мелкий. Спустя, наверное, серии 15 наших с тобой путешествий по разным вселенным, мы наконец-то сюда добрались. И финал, вот этот судный день уже почти близок, уже почти на носу. Сейчас главное не отвлекаться ни на что, курицу отпусти ради всех святых куриных яиц, пожалуйста. И сюда за мной давай. Бомжара, сколько лет, сколько не зим, да? Ты все так же выглядишь, да? Этот ваш президент псих ненормальный, в камере меня закрыл. Это да, бомжара. И я его лично попросил, чтобы он тебя выпустил. Поэтому давай беги к своей Леночке в мэрию и следи за ней, мы скоро вернемся. Мы с Леночкой улетаем из этого города. Я больше не мэр, нам больше нечего здесь делать. Бомжара! Бомжара! Полчасика подожди нас, мы с мелким скоро вернемся к тебе. Не улетайте еще никуда, мы сейчас придем. Точно, бомжара же после этого всего еще же из города с Леночкой улетел, поэтому нам надо его переубедить это не делать. Так, если бомжара только что вышел из тюрьмы, это значит то, что мы с тобой, мелкий, прям вовремя. И президент прямо сейчас находится там, и...
выпускает маньяков на свободу! Президент! Нет! Нет, 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 иди, Чикаго, тоже в сторону отойди! А ты, маньячела, обратно! Как ты сюда выехал, так обратно туда и заезжай. Не-не-не, маньяк, не в этой жизни ты выйдешь на свободу. Обратно туда заехал давай. Ну ты же как-то выехал, да? Ну так же обратно туда и заедь. Так, короче, старантайки, давай слез и пополз туда. Пополз, давай, вот туда. Тарантайку я тебе закину потом куда-то, все. И чтобы эти двери никогда больше в этой жизни не открывались. Ты меня понял? И ты тоже меня, вы меня поняли? А что, собственно говоря, происходит? Это я у тебя хочу спросить, что происходит. Ты, кто тебе сказал маньяков на свободу вот это выпускать? Ты вообще хрыщ лысый. Ты представляешь, через что нам с мелким пришлось пройти, чтобы ты сейчас вот эту фигню не сделал? Ты представить себе можешь? Ну, они у меня попросили прощения. Они сказали, что больше никому не будут причинять вреда. А они маньяки... Пердак ты президентский! Они до того, как ты в этом городе появился, половину моих друзей перекокали! Они не знают, что такое прощение! Они бы сейчас вышли на улицу и тебя бы кокнули! А потом бы такое бы наворотили, то что мы бы потом с мелким нашли машину времени, отправились в прошлое, потом к мамонтам, потом к динозаврам, и только уже потом бы здесь оказались! Не надо никого выпускать на свободу! Никогда! Ну, да... Я как-то не подумал немного. Наверное, их не стоит выпускать. Это спасибо, что остановил меня. Пожалуйста, господин президент, низкий вам поклон. Но это хотя бы хорошо, мелкий, то, что мы с тобой успели. Так, главный бандит, вот ты тут дальше и сиди, маньячела, ты тоже дальше там сиди. И граф Дракула. Фух. Все на своих законных местах. А сейчас на улицу все выходим, на улицу. Давай, толкайте Тикаку, чтобы больше вот сюда никто никогда в эту тюрьму не заходил. И ты, маньячела, никогда из этой клетки больше не выйдешь, я это тебе пообещать могу. Но я же все равно отсюда рано или поздно выберусь, и ты поплачешься за все. Ой, да, кудахтай там дальше в своем курятнике. Я это уже слышу, 10-й раз, мелкий, засади ему вот это булыжником между глаз. Я это в 10-й раз уже слышу. Ты себе представляешь, сколько я раз себя видел в будущих и прошлых, чтобы тебя закрыть опять здесь. Ага, обещают он мне, выходи сюда, мелкий. Все, чики-бабы, чао-бомбино, отдыхайте на своем курорте маньячевском. Обосраться, вот что я вам могу сказать. Мелкий, мы это сделали вроде как. Мы это сделали. А что вы сделали и почему вы в зимней одежде сейчас? На улице же сентябрь, Новый год же еще не скоро. Ой, мистер президент, лучше тебе не знать. Лучше тебе вообще ничего не знать.